Жители многих стран нашей планеты отмечают 1 апреля День смеха. Этот праздник нам необходим. Он поднимает наш дух и заряжает положительными эмоциями. Историки утверждают, что праздник появился благодаря народным гуляниям в честь весеннего солнцестояния. Поэтому многие народы, чтобы отпугнуть зиму и приманить тепло, устраивали переполох. Люди наряжались в маскарадные костюмы, одевали одежду задом наперед, веселились, плясали, устраивали всевозможные забавы. День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме. Назывался он праздником глупцов. А в Древней Индии этот праздник назывался День шуток. Некоторые утверждают, что в Древнем мире шутили исключительно ирландцы, а исландские саги утверждают, что традиция обманывать именно 1 апреля была введена богами в памяти Скадеи, дочери Тиаса. Исследователями утверждается, что современный обычай отмечать День смеха именно 1 апреля возник с переходом на Григорианский календарь в 1582 году. Новый год, который люди отмечали 1 апреля, был перенесен на 1 января. Не все согласились с этим. Те, кто по старинке праздновал Новый год весной, стали именовать первоапрельскими дураками. Во Франции традиция разыгрывать друг друга отражается в поэмах с 16 века, в которых рассказывается об апрельских рыбках. Их бумажные изображения французы до сих пор незаметно крепят на спины знакомым, радостно хихикая. Как же День смеха отмечается в России? До принятия христианства в начале апреля наши предки отмечали пробуждение домового. После зимней спячки он пребывал не в духе и часто вредничал, рассыпал муку, прятал вещи, путал гривы лошадям. Чтобы развеселить домового, славяне шутили друг над другом, носили одежду, вывернутую наизнанку, надевали на ноги разную обувь. Со временем эти традиции забылись. Апрельский праздник вернулся в Россию в 1703 году, в эпоху правления Петра I. Инициаторами стали иностранцы. Немецкий актер пообещал, что на глазах у всех залезет в бутылку, но вместо представления собравшиеся увидели щит с призывом не верить никому 1 апреля. Говорят, сам царь попался на этом розыгрыше. Давайте поздравим друг друга с этим прекрасным праздником. Днем смеха. Доброй шуткой, милой шуткой. Начинайте день, друзья, шуткой мудрой, шуткой чуткой, без которой жить нельзя. Сегодня 1 апреля. Обидно случай упустить. Не надо никому не веря, над кем-нибудь да подшутить. Но адресата выбирая, прикол свой нужно посылать, чтоб отношения не порвать. Тому, кто юмор понимает, я выбрал вас. И вот сейчас прошу внимания минутку. Ваш адрес отпускаю шутку. Спина вся белая у вас.